С 1 января этого года ТСЖ или жилищные кооперативы могут подать заявку на получение субсидии для капитального ремонта. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Из заявителей будет формироваться рейтинг на основании нескольких критериев. По заявкам организаций, которые там ТСЖ и ЖСК, будет предоставляться пакет документов, и в зависимости от наличия задолженности по собираемости на взносы на капремонт, от даты создания ТСЖ, также, естественно, это год ввода здания в эксплуатацию и дата проведения капитального ремонта. Финансирование будет распределяться между лидерами рейтинга от начала списка к концу. Сумма заявки не должна превышать 5 миллионов рублей по одному многоквартирному дому. Причем деньги можно будет потратить на ремонт только одного конструктивного элемента.